Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте госуслуг, восстановить забытый пароль. Сотрудники МФЦ сами выезжают в ресурсные центры, которые организованы в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, «Мой дом». На этот раз они работали в Красноглинском районе Самары, на улице 8 марта, 10. Управляющая микрорайона Маргарита Михеева пришла на встречу со специалистом МФЦ вместе со старшей по дому. Женщины хотят разобраться с учетной записью на госуслугах и в дальнейшем через эту платформу оплачивать налоги, записываться на прием, оформлять документы, а также работать с платформой ГИС ЖКХ. У человека появился вопрос. Вопрос в плане того, что надо зарегистрироваться в МФЦ на госуслугах. То есть сам человек не может, поэтому сейчас здесь ее зарегистрируют. Для того, чтобы она дальше могла решать все свои вопросы через ГИС ЖКХ. Специалисты помощи оказывают, люди уходят отсюда довольные. Поэтому думаем, что продолжим работу дальше. Проект «Мой дом» запущен в 2021 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Он направлен на правовую помощь, содействие активным собственникам жилья, обучение грамотному управлению и содержанию дома. Помогает выстраивать отношения с управляющими компаниями и разными ведомствами. Платформа ГИС ЖКХ пользуемся. Также там можно посмотреть все, что, какие планы на наш дом. Платежные поручения, которые выставляются на мою квартиру, если собрания, как раньше проводились у нас на улице в холодное время года, то это прекрасно можно все это посмотреть, провести на этой платформе, посмотреть, какой итог. Вообще, сколько людей заинтересовано в этом. Администрации внутригородских районов регулярно организуют встречи граждан с сотрудниками МФЦ на базе ресурсных центров. Напомним, продолжает работать горячая линия регионального центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК проекта «Мой дом». Звонить можно в будни по телефону 8 800 55 55 263. Звонок бесплатный. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События.